вынужден объяснить покупку рома. Это чтобы вы не подумали, что я алкоголик, я как будто бы буду рассказывать Сергею. Сергей, ты знаешь, индийский ром, он очень отличается от другого рома. Он такого карамельного обычно вкуса, он очень качественный. И поэтому я стараюсь в Индии каждый раз попробовать новые сорта рома, а не только всем известный старый монах. Сергею очень интересно, потому что он не пьет. Очень давно и просто не понимает, о чем я говорю. Побывать в Индии, не попить местный ром, это для меня, конечно, преступление. Хороший ассортимент. Хороший ассортимент. Улыбчивый продавец. Я взял вот такой вот за 1040 рупий. Видимо, хороший, потому что здесь много очень Old Monk. Old Monk в подарочных упаковках. Old Monk – известный ганский бренд. Вот самый-самый лучший Old Monk в бутылке в виде головы монаха. Ну, конечно, и Бакарти, конечно, есть импортные. Импорты дороже в два раза, чем местный. Но я взял, выбрал себе Good Rum. Джолли Роджер. Ну, короче, тема такая с ромом, что ром, он придуман вот в такую жару. Пить ром в лютые российские морозы бессмысленно. А на такой жаре ждем особое удовольствие. Особенно вот в местном, этом локальном и самом дорогом роме. Хотя я взял в этом магазине самый дорогой индийский ром, не считая Old Monk подарочного.